Развлечений в Кисловодске очень много. Прежде всего, это национальный парк города Кисловодска. Посмотреть его схему можно прямо у входа в парк. Здесь находятся теренкуры для лечебной ходьбы и велодорожки очень большой протяженности. Но даже если не ходить в парк, не пить воду, не посещать процедуры, а просто проводить время на курортном бульваре, скучно не будет ни одного дня, ни одной минутки. В выходные дни на улицах показывают представления, и здесь мы встретили самого знаменитого джампшута России, это актер Валерий Макдияш. На бульваре находится Лермонтовская площадка. Находится она недалеко, перед входом в национальный парк. Можно посетить художественную галерею, выставки, но можно никуда не ходить, а любоваться картинами прямо на улице, на бульваре. Куда бы вы ни пошли, везде вас встретят ларечки с сувенирами. Курортный бульвар – это главная улица города. Здесь расположено много кафе, магазинов и великолепных клумб, благоухающих цветами. Вот так ненавязчиво хозяйка со своими питомцами собирает денежку на пропитание себе и своим любимцам. Даже если вы не будете посещать питьевую галерею, в любом кафе города, в том числе на бульваре, вам предложат нарзан. Положительные эмоции, нарзан, развлечения – все это даст заряд здоровья на год вперед каждому человеку, и большому, и маленькому человечку. Мы увидели, как магазин меховых изделий демонстрирует свой товар. Прямо на улице девушки и молодые люди в шубах и изделиях из кожи ходили по площадке, но не только перед магазином, а также они обходили все клумбы. Обязательно побывайте в Кисловодске, вы не пожалеете.